Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусный закусочный торт. Всех, кому понравится рецепт, прошу поставить лайк и подписаться на канал. Список необходимых ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Одну крупную луковицу нарезаем небольшими кубиками. Одну большую морковку трем на мелкой терке. Затем разогреваем сковороду, вливаем туда 3 столовых ложки подсолнечного масла и обжариваем овощи. Сначала лук до золотистого цвета. А потом добавляем морковь. Щепотку соли, щепотку черного молотого перца, жарим все вместе до мягкости морковки, выключаем огонь и даем зажарке остыть. В это время пропускаем через мясорубку с мелкой решеткой 600 граммов куриной печени. В полученную массу добавляем 2 яйца, 4 столовых ложки муки, 3 четвертых столовой ложки соли, 1 треть чайной ложки черного перца и хорошо перемешиваем до однородного состояния. Дальше разогреваем сухую сковороду, выливаем по центру половник печеночной массы, распределяем ее по всей плоскости и выпекаем печеночные блинчики на небольшом огне по несколько минут с каждой стороны. Переворачивать нужно тогда, когда поверхность хорошо схватится и блин поменяет цвет. Диаметр моей сковороды 24 сантиметра. Из указанного количества продуктов получается 7 блинчиков. Пока блины остывают, берем 6 столовых ложек майонеза и смешиваем его с 3 зубчиками пропущенного через пресс чеснока. Как сделать майонез дома, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Теперь собираем торт. Кладем один блинчик на тарелку. Смазываем его чесночным майонезом. Распределяем тонким слоем часть обжаренных овощей. Накрываем следующим блинчиком и повторяем процедуру, пока не закончатся все блины. Оставшийся майонез помещаем в пакет или файл, срезаем уголок и наносим на поверхность торта широкую сеточку. Затем заполняем квадраты в шахматном порядке измельченным зеленым луком. Вот и все. Очень вкусный закусочный торт из куриной печенки готов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.